Я, готовясь к встрече, мысленно прошел этот путь первые дни работы в Курске, в области. К концу прямого эфира Роман Старовойт вместе с курянами прошел куда более длинный путь. Острые темы и актуальные вопросы. Все, чем регион переболел и в чем успел достичь успеха в 2019-м. Дороги, здравоохранение, экология, спорт. Свой рейтинг составили жители, личный дайджест озвучил и губернатор. Много обращений по транспорту, когда уберут пасеки, как сделать дорогу домой комфортной и безопасной. Знаменитый на всю страну парад маршруток на Ленина отметил и сам глава региона. Мы приступили к разработке комплексной схемы организации движения в целом, не только автобусов, троллейбусов, трамваев, вообще автомобильного транспорта. И далее будет разработана схема движения общественного транспорта с учетом в том числе и пригородного, и международного железнодорожного движения. Мы планируем реально менять ситуацию где-то с лета, после проведения всех расчетов, отборов новых подрядчиков, создания муниципального перевозчика. Безусловно, по городу должны ходить вместительные автобусы, должны ходить современные троллейбусы. Из года дорог в год здоровья. 2020 в регионе тематический. Уже есть стратегия развития сферы. На следующей неделе курян познакомят с основными мероприятиями. Работа ляжет не только на плечи медиков. Ответственные структуры – спорт, ЖКХ, экология. Реорганизация первичного звена здравоохранения, которое сейчас проходит по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина, и изменение системы специализированной медицинской помощи, и, конечно, вовлечение всех структур в систему медицинской профилактики. Это и занятия спортом, и активное отношение к правильному здоровому питанию, и вовлечение производителей, которые работают на территории Курской области. И общими усилиями мы планируем создать вот эту новую для нашего региона концепцию. Телефонная линия была горячей в буквальном смысле. Вопросы начали собирать за несколько дней, и это не только звонки. Масштабным банком обращений стали платформы в интернете. Важно, что все они получат ответ. Десятки проблем жители успели лично озвучить во время эфира. Я жительница магистрального проезда, Роман Владимирович. Проживает 85-го года, а подкрещения нет. Понятно. Спасибо большое за ваш звонок. Мы обязательно проверим. И если это в муниципальной собственности в рамках энергосервисного контракта, значит, это будет сделано до 22 декабря. Если это зона ответственности управляющих компаний, то мы с ними отработаем. Спасибо. Алексей Борисович, прошу отработать сегодня. Завтра доложите. Поручение в прямом эфире Алексей Смирнов получил и по ситуации с Экотексом. Пути решения отработали уже много, но разрубить этот гордиев узел Роман Старовойт предложил с помощью нового подхода. Нам необходимо организовать работу с Федеральным Росприроднадзором. Я сегодня разговаривал с Родионовой, это руководитель Росприроднадзора в Москве федеральном. Нам необходимо по согласованию с ними приобрести или привлечь для экспертизы новое современное оборудование. Честно говоря, я увидел, какими приборами вчера производятся замеры. Эти приборы, ну, как минимум, мне ровесники, а я думаю, что старше меня. Вернуть курские бренды «Стрелецкую степь» и «Коренской пряник». Разрешить ситуацию с мемориальной зоной в Паныровском районе. Шаги навстречу тысячелетию областного центра, судьба футбольного клуба «Авангард», платные водоемы, территориальная реформа. Успели спросить главу региона и о личном. Почему вы выбрали для себя виды спорта на выносливость? Это сознательный выбор или просто понравилось? Чем старше, тем длиннее должна быть дистанция. Я просто уже в том возрасте, когда со спринтом мне тяжело. Среди острых вопросов было место и приятным моментом. Звонили просто поблагодарить. Вам звонить мать героя России Костина Сергея Вячеславовича, Костина Дина Тимофеевна, из села Захаркова Канышевского района. Роман Владимирович, от всех из села Захаркова и от себя лично хочу поблагодарить вас за газификацию нашего села. При посещении вы обещали решить эту проблему. Спасибо, что держали свое слово. Спасибо вам большущее, уважаемая Дина Тимофеевна. Всего вам самого хорошего. Это малое, что мы можем сделать для вас. Спасибо большое. Анна Пикулина, «События дня».